Добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свою прогулку, точнее свою поездку на Курскую косу. Мы идем к морю, к дюнам. Тут такая вот рыба. В этой рыбе кафе на крючке. А мы идем на дюну. На дюну, на море. Идемте. Береговой защитный вал Ван Дюна. Ну, пошли. Что у нас такая долгая дорога в дюнах получается. Вот отсюда тоже можно пройти, наверное. Мы пойдем отсюда. Красота. А море такое сегодня бирюзовое. Боже, какая красота. Смотрите-ка. Какое море. Вот она, Балтика. Обалдеть. Ой. Дюны и Балтика. Вот вчера я вам рассказывала про песок, про белоснежный песок Балтики. Вот я говорила именно об этом. Боже, как классно! Это не полный пляж людей. Вот Балтика для меня это именно вот это.
сказать, мы все-таки зашли в эту рыбу. Ну, как можно уехать с Балтики, не выпив в данный момент литовского пива? И холодненькое литовское пиво, и ударь, балтийский ударь, по кусочку. Сколько раз я привозила этого удря в Москву, один раз что-то я не довезла. Ну, в общем, толком я за столько приездов сюда удря-то и не поела. Итак, ударь и литовское пиво. У тебя хвост, как у тигра, как у льва. На этом нашу с вами прогулку по дюнам я, пожалуй, закончу. Всем огромнейшее спасибо за внимание к моему каналу, за то, что вы смотрите мои видео. Где бы я ни находилась, в Москве или на отдыхе, в других городах. Спасибо вам всем большое за это и за то, что вы со мной. Ветер ужасный. Я благодарю вас всех и желаю вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Пожалуйста, будьте все здоровы. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья и добра. До свидания.